Всем здравствуйте. Хочу показать вам рассаду, посаженную 20 марта. Сегодня 1 апреля. Вот такая рассадка с первым листочком. Сорт Лютояр. Я уже говорила, что нам этой рассады не хватает. Поэтому решили мы под стеллажами посадить еще. Вот так вот в кассеты. И сегодня мы это сделали, посадили, побрызгали с распрыскивателя, не слейки, чтобы земля не утрамбовалась, и чтобы лучше всходили. И посадили вот. Все ж лучше, чем семенами. Так как полностью нам не хватает места, чтобы вырастить в горшочках. Вот такие огурчики. Уже один раз мы их удобрили. Дни жаркие, и они уже подсохли. Придется их поливать опять. Вот эти огурцы на один день посажены позже. Просто тем дали хорошую температуру, они быстро выскочили. А эти росли медленно. Вот такие. Знаете, что хочу показать? Вот здесь. Вот. Видите, какие вытянулись лопухастые. Вот такие вот. Мы так поняли, что это от дождевой воды, которая льется на них сверху. Вот так. Во время дождя она льется на них. И вот так они вымахали на дистиллированной водичке. В сравнении с другими. Вот такое замечание. Всем пока!